цирк. Цирк последние годы тема больная. Я напомню, что в прежние годы ежегодно по 1,5 миллиарда рублей в год расходовалось только на содержание цирков, зарплату и приобретение кормов для животных. В цирке не инвестировалось ничего. Наживались частные прокатчики, Росгосцирк приходил в упадок. Мы постепенно эту ситуацию меняем. В прошлом году была утверждена новая стратегия развития Росгосцирка. Это ускоренная реконструкция, модернизация цирков, новые цирковые программы и выход после 2018 года Росгосцирка на самоокупаемость. За последние 2-3 года капитально отремонтированы, реконструированы цирки в Сочи, Брянске, Иваново, Туле, Санкт-Петербурге и Омске. В этом году заканчивается реконструкция во Владивостоке, Рязани, Нижнем Тагиле, Кисловодске. Ничего подобного никогда в истории современной России не было. С прошлого года в состав Росгосцирка вернулся как раз Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке. Мы будем добиваться того, чтобы наш современный цирк стал самым лучшим цирком в мире, чтобы зритель шел на цирковые представления сейчас как на выставку Айвазовского, спрашивая лишний билетик. Тем более, что на всех международных конкурсах наши артисты по-прежнему берут первые призы. Хочу отдельно поблагодарить Иосифа Давыдовича Кобзона за его огромную работу и за его мудрые советы по развитию цирковой деятельности.